В каком городе живут самые опасные водители, а по каким дорогам ездят вежливые и осторожные автолюбители? Согласитесь, ответ на эти вопросы лучше знать заранее. Пешеходам помогли аналитики Альфа-страхования, они изучили статистику аварийности своих клиентов и вот какие выводы сделали. Лихачи живут, оказывается, в Перми. По данным компании, каждый четвертый пермяк попадал в 2015 году в аварию. Всего за прошлый год в городе было зафиксировано 2000 ДТП. Жители винят во всем не себя, конечно же, а плохие дороги. За Пермью следует Екатеринбург. Здесь за год произошло больше 1000 аварий. Замыкает тройку опасных ездоков, конечно же, столица Москва. Процент участников дорожных происшествий у нас чуть меньше, чем в Перми, 21. И именно тут, видите, тонкости еще есть. Нужно, чтобы каска была, потому что страховщики считают именно обладателей полиса каска, как часто они обращаются за услугами к ним. Теперь давайте перейдем к самым аккуратным и внимательным водителям. Меньше всего по каско в Белгороде приходят. 2015 год — это 1%. Кстати, в этом рейтинге Белгород лидирует уже 3 года. Также Белгородская область, это уже в рейтинге регионов, эту же первую строчку по безопасности занимает. Редко попадают в аварии жители Калининграда. И архангельцы, 2% у них застрахованных по каске разбивают свои автомобили. Но вот тут вопрос, действительно безопасные города или просто жители меньше всего страхуют свои машины по каске? Все-таки сейчас это, ну, очень дорого.